Ну что, любимые урожаи огурцов с помидорами. Ой, сейчас покажу. Вот смотрите, какие огурчики. Огурчики. Наши любимые огурчики. Иногда приходится их даже поискать. Я где-то здесь видела. А, вот, смотрите, какой. Вот там красавцы какие висят. Обалдеть, огурцы. Так, и вот еще один там висит огурчик. Созревает. А сейчас покажу урожай помидор. О, слушайте, один, второй краснеет. Я тут перешагиваю через это. Картина маслом. Смотрите, какой урожай. Помидорки созревают, краснеют, желтеют, краснеют. Вон какие лапочки висят. Помидорки, помидорки, кому помидор, 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 сладкий, сочный, помидорка настоящая, домашняя, террасная. А где-то там дождь поливает, а нас дождь не достает. Вот, придется поливать самим. Перешагиваю обратно. Ой, вот еще, смотрите, тоже. О, какие красавчики. Меня ждут. Надо делать вкусный салат. И вот еще. Фу-ху. Тут главное найти, суметь огурец. И еще будут. И еще плантация. Короче, я настоящий плантатор. Вот, помидоров и огурцов. Карасята? Ой, ну надо же, огурец. Я его даже не видела. Вот, вот как это? Вот как можно не заметить вот такой огурчик? Балдеем. Сегодня мы с тобой балдеем. Подигуша. А тут у меня пчелка, смотрите, нектар собирает. Я поняла. У меня не хватает пчелиного домика, чтобы был мед. Хорошая мысль. Я подумаю. Афина! Афина! Ой! Ой, куркала! Ой, что такое творится? Что это тут за кувыркалка такая? Вот это кувыркалка! Звезда моя! Все, всем отличной пятницы! Ребята, с наступающими выходными днями! Ура!